Я новый сиреноголовый. Успей поставить лайк за 5 секунд и подписаться на канал, или я появлюсь за твоей спиной и съем тебя. Я считаю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. О, кто-то не успел. Иду и вас пожирать. Хей, ребята, всем привет! И на моем канале Сирена Студио вышла новая анимация «Большая сирена против Великой Матери Мегафон». Ссылка находится в описании. Получился очень крутой мультик с непредсказуемым финалом. Советую заценить, ну и, конечно же, подписаться на канал. Хей, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайк Мастер Дарк. И у нас сегодня будет новенькая рубрика. Это лаки-блоки с монстрами Тревора Хендерсона в игрушке под названием «Гаррис Мод». Доброго времени суток, друзья! Ну, короче, да, друзья, новая рубрика в Гаррис Моде, потому что на канале это не новая рубрика. У нас уже в Брикриксе были лаки-блоки с монстрами Тревора и не только. Сегодня будут лаки-блоки в Гаррис Моде. Смотрите, ребят, сколько лаки-блоков. Ну и, в принципе, правила очень-очень простые. Мы с Дарком открываем лаки-блоки по очереди, какие нам монстры выпадают. Против тех монстров мы выживаем. К примеру, я беру вот этот лаки-блок, открываю. Там пускай будет, к примеру, сиреноголовый или мультяшный кот. Вот какой, ребят, монстр выпадает. Против такого монстра мы выживаем. Конечно же, на другой карте, не на этой. Кстати, учитывайте еще размеры этих лаки-блоков. Там может какой-то очень большой монстр попасться, потому что он туда поместится. Да-да, ребят, обязательно может быть реально большой. Видите, большущие у нас лаки-блоки. Может быть, даже могут быть где-то и титаны. Надеюсь, сегодня они нам, ребят, не попадутся. С вас, друзья, конечно же, много-много лайков. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И мы, ребята, начинаем. Ну что, ребята, давайте мы сейчас будем выбирать эти самые лаки-блоки. Так, Дарк, кто будет первый? Давай, может, ты будешь первый? Давай-ка, выбирай. Ну, давай. Давай, допустим, выберу этот лаки-блок, на котором только что произошел взрыв. Вот. Этот лаки-блок? Так, тогда я, ребята, выбираю. Давайте... А давайте вот этот лаки-блок. Сейчас по нему постреляем. Вот этот вот. Я его покрасил черным, чтобы ты знал, что это я. А, вот покрасил. мой покрасил тоже в черный. Нет, его будет красным, чтобы не путались. Ну давай, красненький, хорошо. Так, теперь давайте мы, ребят, еще выберем два лаки-блока. Получается, смотрите, у нас будет какая-то одна карта. И те монстры, которые будут в черном и в красном лаки-блоке, мы против них будем выживать на этой самой карте. Ну и, ребят, будет вторая карта. И еще два монстра. Давай я теперь выберу. Давай-ка я вот этот выберу, который у тебя за спиной. Вот этот. А, вот этот? Да, зеленый, хорошо. А твой какой? Какой ты выбираешь? Ну, давай тогда возьму... Раз ты взял рядом с моим, тогда я возьму рядом с твоим вот этот вот. Получается, мой зеленый и красный, твой оранжевый и черный. Давай красный и черный посмотрим. Так, давай. Полетели вместе? Давай сначала красный осмотрим. И... Давай. Ребята, смотрите, кто здесь. Детская горка-пожиратель. Неплохо. Она, правда, неплохо. Телепортируется, видите, постоянно. Исчезает. Она невидимая становится. Невидимая, да, ребят, становится постоянно. Так, хорошо, красный. Теперь черный полетели. Кто там? И кто там? Новый сиреноголовый 2.0, нифига себе. Ох, это будет, ребята, сложно. Очень сложно. Хотя, знаешь, против детской горки пожирателя тоже довольно-таки будет сложно выживать. Она, ребят, постоянно мигает, да? Постоянно в инвиз ходит, в невидимость, поэтому по ней бывает довольно-таки сложно стрелять. Издалека ее даже не видно. Так, теперь, ребят, зеленый. И здесь поезд-пожиратель. Ого, блин. Это же реально, ребят, будет сложно. Поезд-пожиратель очень-очень сильный. Так, да. И это оранжевый. Пожиратель, да, наверное, сравнить с новым сиреноголовым. Хорошая, кстати, идея. Угу. Так, ну теперь, ребят, давайте оранжевый, и там мостовой червь. Кстати, получается у нас два червячка, одна горочка и один сиреноголовый. Ага. Вот такие нам прикольные монстры выпадают в лаки-блоках. Против, ребят, сиреноголового детской горки пожирателя будем выживать на первой карте. Против мостового червя и поезда пожирателя на второй. И давайте мы прямо сейчас же переместимся на эти карты, подготовимся. Возьмем себе в инвентарь классные пушки, всевозможные гранаты, гранатометы и так далее. И попробуем выжить. Погнали. Ну и, ребята, первый монстр из лаки-блока — это детская горка-пожиратель. Ну что, Дарк, ты готов против нее выживать? Конечно, готов. Чё ты взял? Ну, в принципе, неплохо. Так, где она? Она, ребят, где-то... Во, вижу, вот она. Так, давайте сначала, ребят, издалека по ней поработаем, чтобы ее сагрить до нас. Так, стреляем по ней. Кстати, смотри, я ее довольно-таки уже неплохо так ранил. Так, ребят, перезаряжаемся. Заметит, осторожней. Заметила, походу. Стреляем, ребята, по ней. Не вижу. А, вижу. Вот, вижу. Наша, друзья, задача ее завалить. Интересно, сможем мы ее убить или нет? Получай. А, я с моста упал. Аккуратней.
А, ребята, смотрите, на меня бежит. Ай, тихо. Ой-ой-ой. Убегаем. Ой, с другой стороны вылез. Прикрой меня, прикрой. А где она? Она невидимая, блин. А, о, перепрыгнул вроде. Она, смотри, она вниз упала. Тихо, аккуратнее, держись. Я тебя прикрою, сверху прикрою. Где она? Она, смотри, она за мной, кстати, бежит. Тихо. Ребята. Ай-яй-яй, больно. Где она? Она снова исчезла. Капец. Офигеть. Ай, она меня, смотри, подкинула куда-то. Подкинула. Ай, бьет. Так. Ребята, миниган. Сейчас мы из минигана, ребят, завалим. Давай. Есть. Ну, миниган довольно-таки неплохо так справляется. Тихо, хорошо она потрепала? Да, ну неплохо так. 6000 хп. Смотрите, ребята, еще детские горки-пожиратели. Нет. Убегаем, Дарк. Просто с тобой бежим. Давай сваливаем отсюда. Беги. Ты с минигана их решил убить? Да, пытаюсь. Давай. Так, ребят, быстрее. Помогаем Дарку. Это только первые, ребята, сегодня монстры. Детские горки. Экстра слайды. Так, убегай. Пожали. Вижу. Беги. Сколько тебе хп? 3000 хп. Блин, это, ребят, довольно-таки мало. Убегаем. Они теперь за мной, смотри, бежат. Бегут за мной. Ай-яй. Где они? Они, ребят, видите, еще постоянно исчезают. Что не особо хорошо для нас, да? Мы их даже толком не видим. Я вижу. Так. Постоянно, блин, исчезают. Пропадают куда-то. Так. Во, это сейчас завалим. У меня всего лишь 1500 хп уже. Даже, ребят, меньше. Убегаем. Тихо. Она за тобой бежит. Сейчас убью. Помогай. Прикрой. Она где вообще, а? Есть. Убили. Фух. Там еще три. Еще, блин, ребят, наша задача их завалить. Так, ребята, сдалека по ним работаем. На. Так, она уже близко, она уже здесь. У меня, ребят, 1000 хп. Ай, уже 900. Тихо. А, у меня 200 хп. Давай, беги. Прикрою, беги. Нет. Ай, ребят, Дарка завалили. Да. Так. Получается, мы, кстати, сколько уже горок завалили? Вроде штуки 4-5, где-то так, да? Да. В общем, в принципе, с ними справиться можно. В принципе, можно. Да, ребят, справиться можно. Но если иметь, конечно же, довольно-таки хороший арсенал оружия. Если у меня всего лишь 70 хп. Если, да, их там не штук 5-10. В принципе, против одной, ой, блин, можно выжить. К сожалению, да, ребята, нас убили. Ну и давайте мы теперь повыживаем против следующего монстра и следующего лаки-блока. Это новый сиреноголовый 2.0. Ох, чувствую, против него прям будет нереально сложно. Да и вряд ли мы выживем. Даже против одного. О, друзья, смотрите, даже сиреноголовый. Так, Дарк, стреляем по нему. Давай. Пускай он нас заметит. Зачем ты его агришь? А, он бежит. А-а-а. Смотрите, вот, ребята, прыгнул. Ай, бежим. Побежали. Ай-яй-яй. Ребят, звуковыми атаками нас фигачат. Их двое, что? Кто? Откуда второй? Их, ребята, двое, офигеть. Меня убило. А, нам одного как бы было много. Я уже мертвый. Да я понял. Как, ребят, так быстро, серьезно? Ты тоже умер? Угу. А сколько у нас хп было? 10 тысяч? 10 тысяч. Ребята, теперь у нас по 100 тысяч хп. Так, а где сиреноголовый? Может быть, хоть что-то сможем сделать этому ужасному созданию. Угу. Да вон он, слева. Где? Вижу. Смотри, он залагал, что ли, да? Стрелять давай по нему. Так, ребят, перепрыгиваем. Сейчас вот сюда вот вниз. Оп. Он уже здесь. А, нифига себе. Дарк. Он 20 тысяч хп снес, ты понимаешь? Звуковой волной. Офигеть. Ай, бежим. Прыжком убил. Ай-яй-яй, убегай. А, он меня, ребят, убил. Как так быстро? Миллион хп даже поставлю. Давай миллион хп, давай. Поставил. Ребята, это просто что-то невероятное, понимаете? Так, ребят, миллион хп, видите? Миллион, мать его, хп. Так. Получай. Я далеко. Он звуковыми волнами, ты понимаешь? Мне уже снял сколько? 10 тысяч хп мне снял, капец. Так, он внизу. Он прямо на меня прыгает. Я выжил. Дарк, он мне снес 100 тысяч хп с прыжка. Уже 200 тысяч хп. Офигеть, бежим. Еду к тебе на машине. Нет. Офигеть, я здесь. Я думаю, ты видишь, где он. Я здесь, прямо возле него. Он прямо со мной бежит. Убегаем. На. У меня минус еще, ребят, 100 тысяч хп. Бежим. О, Дарк, братан, давай спаси. Где он? Ой-ой-ой.
Убегаем, убегаем, убегаем. Ай, бежим, бежим, бежим. Ты еще живой? Он с машиной сделал. Он тебя перевернул. А, я улетел куда-то. Куда ты улетел? Всю машину загорелось. Офигеть. Друзья, это просто жесть какая-то, вы понимаете? Так, 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 на, получай. А, он меня схватил. И убил. Он меня не съел, но он меня как-то, короче, завалил. Я даже, ребята, не понял, какая-то странная была атака. Но главное то, что у меня минус 500 вроде чем-то... 590 тысяч хп или 490 тысяч хп. Короче, да, друзья, вот такой вот новенький Сиреноголовый 2.0. Он просто нереально имбовый. Кстати, он, по-моему, у нас немножечко залагал, сломался. Ну и теперь давайте, ребята, у нас будут другие монстры Тревора Хендерсона. Поезд-пожиратель и мостовой червь. И мы повыживаем, давайте, теперь уже на другой карте. Новый Сиреноголовый 2.0, ребят, очень-очень имбовый. Если вы хотите себе больше роликов, прямо сейчас же поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну и, ребята, ждите в скором времени битву Новый Сиреноголовый 2.0 против Великой Матери Мегафон. Все, друзья, погнали. Он тоже съел. Ребята, смотрите, это же поезд-пожиратель. Так, аккуратненько. Так, стреляем, ребят, по нему. Огонь. Убивает, так, кажется, смотри, не реагирует. На, стреляй. А, он нас заметил. Бежит? Да, ребят, бежит. Ай, бежим. Дарк, братан, держись. Он тебя съел. 10 тысяч, ребята, хп у нас. 10 тысяч хп. Ребят, бежим. Офигеть, тихо. На, получай. Перезаряжаемся. Так, ребят, смотрите, есть еще снайперка. Так, тихо. Уклоняемся от его атак. На. А, что? Минус сколько хп? Он мне оружие забрал? Зачем тебе оружие? Он мне автомат забрал, ты понимаешь? Так, хорошо то, что, ребят, еще есть снайперская винтовка. Так, Дарка, к сожалению, уже сожрал поезд-пожиратель. Получай, тихо. Ребят, минус 3000 хп. 100 хп! Все, нет тебя. Он, смотри, он меня 4 раза съел. 5 раз съел. 6 раз съел. 7 раз съел. 8 раз съел. Офигеть. Короче, да, ребят, получается, пока что мы неплохо только повыживали против первого монстра. Он был не такой сильный. А вот новый сиреноголовый поезд-пожиратель, это просто какая-то имба. Давайте теперь мы сейчас, ребята, еще повыживаем против мостового червя. Он тоже довольно-таки опасный. Так, смотрите, вот, ребята, мостовой червь, стреляем по нему. Так. Интересно, почему ты всегда он нас быстро убьет, а? Монстр на нас. Так. Я просто люблю монстра Тревора Хендерсона. ACP, фу, монстры Леовинцы была, фу. Только монстры Тревора Хендерсона. На эстетику мостового червя. Так, ребят, стреляем. Капец, он живучий. О, мне уже тоже почти 5000 снизу. Больше уже... Нет, 2000, 1800. Он быстрый, он просто, ребят, нереальнейше быстрый. Он за мной бежит, меня за жопу кусает. 80 хп. Офигеть. Я пока на себя его агрю. Давай. Нет, только, Дарк, ты ко мне лучше не приближайся, окей, да? То у меня 70 хп. Живи. Я тебя прикрою. На. Он за мной бежит. Нет. Еще жив. Ай, Дарк, ты сейчас меня убьешь. Аккуратней. Давай лучше я тебя ничего. Ну, а теперь твоя очередь умирать. Беги. Ну, все. Сколько хп у тебя? Все. Короче, да, друзья, получается, мы сегодня выжили только... Не против кого мы, ребят, не выжили? Не, против детской горки выжили. А, да, ребят, против детской горки только выжили. Против одной мы выжили, да. Остальные монстры прям реально какие-то сильные были. И мостовой червь, и сиреноголовый вообще имба какая-то. По 100 тысяч хп сносит. Ну и, конечно же, поезд-пожиратель. Ну, короче, да, ребятки, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась. Лаки-блоки Тревора Хендерсона в игрушке под названием Гаррис Мод. Ну, а с вами были я, Слайкмаст и Дарк. И мы, ребята, на этом, конечно же, с вами прощаемся. Всем пока-пока. Всего хорошего, народ.